И всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и прям-таки сейчас мы находимся в том самом мире, о котором вы пока что не знаете. Дамы и господа, добро пожаловать на «Как пройти Майнкрафт, используя только мобов». Так, сразу же объясню, в чем прикол этого челленджа. Дело в том, что тут установлен один маленький мод. И с помощью этого мода мы можем складывать в эти самые ведра, которые у меня находятся в инвентаре, абсолютно любого моба. Я, правда, не могу сейчас это протестировать, потому что, как назло, никого нету рядом. Ну а да ладно, зато рядом всегда есть вы. Ну и, друзья, не забудьте влепить как можно больше лайков, ведь это прохождение будет очень долгим и очень сложным лично для меня, а вам просто по кайфу смотреть. Поэтому, друзья, не забывайте про лайки, а также помогите мне осуществить мою мечту на 800 тысяч подписчиков. Просто одна кнопка. Так, и знаете что, единственный прикол в том, что я вообще никак не обдумывал, как я буду это все делать. С помощью мобов, то есть получается, мы не можем ничего добыть, то есть никаких блоков мы ломать вообще не можем. Ну, именно при помощи вот этой самой руки. Ну и, разумеется, в этот самый мир я добавил бонусный сундук для того, чтобы посмотреть на то, что я могу использовать вообще отсюда. По идее, я могу использовать то, что я могу использовать в крафте. Вот, а все остальное по типу всяких инструментов я не могу. А все потому, что я все это дело буду добывать с помощью мобов. Ну и благо, еду я тоже могу кушать без помощи мобов. Так, вот эти блоки я никаким образом не добуду и прочее. Так, мне нужен будет моб. И да, изначально в кикстартере у меня было 16 ведер. Просто потому, что без них этот челлендж невозможен, понимаете? Хотя нет, на самом деле он возможен, но будет очень нудно. И прямо сейчас нахожусь рядом с овечками, и дело в том, что я их могу взять. Опа, ведерочка! И все, посмотрите, могу ее поставить прям-таки здесь, господи, и это дело не ломается. И спокойно могу их с собой брать. Так, ну давайте возьмем с собой пару овечек, ведь бить я их пока что не могу. А мне пригодится кроватка, или может быть я найду деревню. Так как я вообще ничего, абсолютно ничего не могу здесь делать, мне нужно будет отправиться именно в деревню, и с собой я возьму мяска. Опа, прям как рыбку звук, кстати говоря, прям рыбки, вот серьезно. Это выглядит очень круто, и я боюсь, что у меня еды не хватит вообще. Устал играть на старых пиратских серверах, а лицензия на официальном сайте слишком дорогая. Феликс Стор, здесь ты можешь очень дешево приобрести лицензию Майнкрафта и узнать, что такое качественные лицензионные сервера. Магазин, где тебя не кинут. Ссылка в описании. И знаете, друзья, так как это будет разделено на несколько серий, то я придумал вот такую тему. На какую-нибудь из этих серий вы мне можете давать разрешение на то, чтобы что-то сделать. То есть, прям-таки, кто-то из вас напишет в комментариях что-то по типу: разрешаю тебе в новой серии сломать 10 блоков. И если этот комментарий залайкают, то, разумеется, я смогу сломать целых 10 блоков. Или, допустим, кто-то может написать: я разрешаю тебе использовать креатив на такое-то время и всегда указывать временные рамки или какое-то количество. Но, разумеется, все в пределах разумного. И если вы будете лайкать неразумный комментарий, например, если мне человек скажет: используй креатив всю игру, и его залайкают, то я его просто не использую, потому что это будет неинтересно. Поэтому бегом писать в комментарии и смотреть, что другие ребята также написали, и лайкать. Ну и я, разумеется, могу выбрать около 3 таких комментариев и использовать это в ролике, смотря что мне будет очень нужно, потому что здесь, мне кажется, очень много всего, что я не смогу сделать при помощи мобов. Итак, друзья, смотрите, что я нашел. Кстати говоря, эта самая деревня находилась совсем близко. Благо, что мы можем открывать двери, сундуки и прочее. И, господи, здесь есть тот самый верстак, с помощью которого мы можем делать абсолютно все, что угодно. И, понимаете, я пока не знаю, какие вещи я могу крафтить. Оу, здрасте, это мне. Проблема в том, что сейчас... господи, это что такое? Это нормально? Мне кажется, это вообще далеко не нормально. Алло, жители, вы тут затопили. Короче, я же не знаю, какие 3 комментария вы залайкаете. И вдруг мне нельзя будет использовать где-то меч, и поэтому нет смысла сейчас крафтить меч. Ведь сейчас я просто-напросто не могу никого убивать, вы сами это понимаете. Ты что, передо мной дверь закрываешь, не понял? Лег спать, главное, в смысле, ночь разве наступает? А, да, похоже, ночь. Так, но я сегодня спать не собираюсь. Дело в том, что, как вы понимаете, для того, чтобы мне что-то добыть, мне нужны криперы. Криперы — это единственные мобы, с помощью которых мы можем добыть блоки. Огромное количество блоков, но, разумеется, мы будем дохнуть все это время. И сейчас я их буду дожидаться. Боже, какие красивые деревни на этих версиях. Версия, кстати говоря, новейшая, 1.16.1, с новым адом, где мы можем обменивать с пиглинами, понимаете? И пропуск в ад нам очень сильно поможет, не представляете, как сильно. И прямо сейчас я слышу каких-то зомбаков, но мне самое важное — это криперы. Мобов бить я совсем не могу, я могу только лутать что-то, открывать двери, но бить я никого не могу, и, соответственно, я здесь в полной опасности. Так, ну знаете, что я подумал? Может быть, мне сейчас стоит попробовать на секундочку поспать и встать. Опа, отлично. Все, точка возрождения установлена, и теперь мне остается только дожидаться вонючих криперов, и будет не страшно, если я умру. Опа, первый крипер. Привет, это я заберу тебя, спасибо. И тебя тоже заберу. О, как много криперов, господи, у нас есть 3 крипера. Отлично, это то, что нам пригодится. И попробуем сейчас что-нибудь с помощью них добыть, я думаю. Так, может быть, даже кого-то будем с помощью этого убивать. Ну, вы понимаете, без меча здесь просто невозможно. Что это я вижу? Чего, это броня? Алло, нифига себе. Я вот этого, я не знал, что это добавили в деревне. Воу, это на новых версиях, что ли, добавили? Йоу, я об этом вообще не знал. И у меня теперь, оказывается, есть броня. Ля, как круто.
крутая плавильная печь. Так, я думаю, она нам пригодится, и мы, видимо, здесь будем надолго. Так, а вот я не знаю, я могу собирать ягодки? Я же, получается, блоки-то не ломаю. И получается, ягодки собирать я могу. Ну, хорошо, хоть что-то, что мы можем собирать. Так, и сами жители, что же вы будете? О, господи, лошадь, с тобой точно все нормально? Так, давайте как раз-таки с помощью этих говнюков попробуем добыть себе, ну, дерево, я не знаю, скажем. Давай-ка сюда, сюда, сюда. Опа, опа, нормально, дерево есть. Так, ну, а только одна досочка. Отсюда, к сожалению, не все падает, поэтому очень сложно будет нам добывать какой-нибудь... Ой, так, я криперы еще заберу, ау! Так, опа, спасибо, забирайся, потому что в шахте, я так понимаю, будет полная жесть. И, кстати говоря, у нас меньше шансов умереть при взрыве крипера. Так, и знаете, я думаю то, что рядом заспавнилась огромная куча уже этих всяких мобов, и мы можем спокойно лечь спать, потому что криперы, они не умирают днем, и это, ну, ничего страшного. И мы их спокойно будем находить, поэтому уходи, и я буду спать. Так, отлично, знаете, это самое непродуктивное выживание на самом деле, в том плане, что у меня пока толком ничего нет, но самое крутое, что я нахожу крутые вещи, о которых я вообще не думал, что их найду, я не думал, что их вообще возможно найти. Так, знаете что, еще мы можем, ой, скелет, привет, я с тебя хочу, ой, ты, кстати, можешь убить какую-нибудь курочку, в нее, ау, в нее случайно выстрелить, да, подожди, сгори уже, сгори, мне нужно с тебя косточки добыть или стрелы хотя бы, лук-то мы можем использовать, ой, привет, мы тебя тоже забираем. Так, ну где же ты, скелет, а, вот, одна стрела выпала, нормально, вижу косточки и стрелы, ой, голем потресканный весь, оп, оп, опа, ой, и так за эту ночь и утром мы добыли 5 скриперов и, похоже, вот 6-й, так, тихо-тихо-тихо-тихо, цыпленок, они нам помогут добыть оставшую часть брони, это дело мы сможем спокойно переплавить в плавильной печи, давай-давай-давай, братишка, оп, 1, 2, 3, 4, 5, опа, а, нет, ее не выпало, или выпало, нет, не выпало, так, как сделать так, чтобы это выпало, это будет очень сложно, это будет очень сложно, так, ну хорошо, что я здесь рядом, железо, нет железа, так, ну давайте попробуем добыть угля, кстати говоря, вот тут ходит крипер, и попробуем его просто-напросто приманить к какому-нибудь железу, ой, нет, взорвал уже что-то, да, это, конечно, проблема, давай-ка еще раз взорвись, пожалуйста, один кусочек железа, опа, ба, 2 кусочка, везде невероятно темно, а, да, отлично, один уголечек есть, и, наконец-то, у нас будет светло в пещерах, так, ну мне интересно очень туда слазить, поэтому я, наверное, туда прыгну, ой, вижу водичку, так, ну хорошо, мы отсюда, в принципе, достаточно просто сможем выбраться, вау, так, вижу редстоун, неужто я здесь сейчас алмазы найду, подождите, вижу крипера, и вижу, кажется, что-то интересное рядом, тихо-тихо-тихо, нет-нет-нет, крипер, иди сюда, так, давай-ка я лучше тебя ведерко возьму, может быть, мне удастся добыть алмазы с помощью криперов, опа, баун, и броня чертовски быстро ломается, блин, она такая золотая, я ее нашел так трудно, но ладно, и нам понадобится золото, как ты добыть золото, чтобы обмениваться с пиглинами и сделать, получается, шлем, друзья, напишите в комментариях, я не помню, чтобы на тебя не нападали пиглины, нужен золотой шлем, нужна золотая броня или нужны золотые ботинки, я, честно говоря, насчет этого ничего не помню, но как я помню, вроде как припоминаю, мне говорили, что нужен только золотой шлем, так, и знаете что, я решил пойти поискать еще одну деревню, да и к тому же, если я отправлюсь в ад, то, наверное, уж совсем буду добывать палки, а именно палки ифритов, и для этого мне пригодится куча, огромная куча собак, которых я хочу приручить при помощи косточек, и зацените, что я нашел, чуваки, ё-моё, так, это самая крутая деревня, прикол этой деревни в том, что здесь куча-куча хлеба, куча еды, в общем, и я надеюсь, будет где-нибудь кузница, где я смогу что-нибудь добыть, так, или хотя бы какая-то вещь где-то находится, ой, голем, мы можем же голема взять точно, так, тихо, я хочу туда пробраться, по-моему, мы можем брать голема, о, господи, я могу так с деревень воровать големов, я совсем про это забыл, чуваки, так, о, нет, это плавильная печь, так, кстати говоря, мы можем здесь выплавить это дело, опа, 5 досочек, пускай выплавляется, голема я забрал, если что, он будет нам очень сильно помогать, и можем здесь поставить точку спавна, но, разумеется, спать я не собираюсь, потому что я сейчас хочу поискать, криперы, так, у пацанов тусовочка, я так понимаю, привет, опа, 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 отлично, драка, дуэль, давай, 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 ё-моё, нормально, урыл, воу-воу-воу, нам нужно забрать наше железо, не понял, скелеты, отстаньте от меня, железо, оно у меня есть, отлично, получили ачивку, здрасте, так, и знаете, я вообще нигде не нахожу, именно что-то типа кузни, где могли бы находиться крутые вещи, но, да ладно, это мы сейчас взорвем, здрасте, ой, тихо, так, отлично, спасибо, сколько сена, ой, 6 штук, так, ну что ж, для этого челленджа эта ночь была достаточно продуктивной, мне прям-таки сейчас нужен верстак, и я его найти, к сожалению, не могу, странно, что в этой деревне вообще нету верстаков, опа, крипер, привет, но я, разумеется, могу его сделать, как раз-таки я смогу его поставить, но сломать, разумеется, не смогу, но я могу сделать, наконец-таки, кучу-кучу хлеба, зацените, так, ну и теперь я думаю, то, что мы можем отправиться искать лаву и сделать портал в ад, но перед этим, разумеется, предварительно нужно будет добыть хотя бы немного золота для того, чтобы нормально с этими говнюками торговаться, оу, и я нашел пещеру, надеюсь, и найду лаву здесь, так, буду также по-прежнему добывать лаву, ой, не лаву, а железо, бам, здрасте, спасибо, блядь, спасибо, еще железо, 8 штук выпало, так, давай я поставлю сюда голема, ты меня задолбал, так, и ставим сюда, опа, спасибо, так, голем, иди-ка сюда ко мне, ну ты моя защита, чувачок, ох, вы не представляете,
представляете, как в этом выживании нам помогают мобы. А по большей части именно криперы. Вот скелет, конечно, бесит. Так, ладно, давай еще раз. Опа, опа. И отходим. О, нет, все попадало. Так, 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 аккуратнее. Так, 12 железа я добыл. Кстати, могу доделать себе броню. А, голем, давай, разберись с этими говнюками. Ой, я тихо, тихо, тихо. Итак, друзья, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем 13 железа, которые я сейчас приплавлю. Огромную кучу еды, голема, которых мы, кстати говоря, будем собирать во всяких деревнях для того, чтобы они нам помогали сражаться. Так, ну и разумеется, друзья, обязательно напишите мне в комментариях, стоит ли мне продолжать это самое прохождение Майнкрафта. Ну и, друзья, не забывайте писать комментарии с тем, что мне можно будет сделать в новой серии. И также лайкайте комментарии других ребят с интересными идеями по поводу этого, что я могу сделать там, что мне разрешается. Ну а с вами был тот самый опаснейший Феликс. Всем спасибо за просмотр этого ролика и всем пока-пока.